В начале выпуска срочные сообщения из Турции. Недалеко от Анталии перевернулся туристический автобус. Пострадали 6 человек, в том числе 2 детей. Во время дождя на выезде из тоннеля водитель не справился с управлением, и машина перевернулась. Все раненые доставлены в больницу, и гражданство пока неизвестно. В нашем генконсульстве в Анталии, в Ростуризме, выясняют, были ли среди пассажиров автобуса россияне.